Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Лаков Гейт, продолжаем прохождение мини-игр в замечательной игре «Растения против зомби». Сегодня у нас будет квест, даже не квест, а мини-игра под названием «Последний живой». Я, если честно, не совсем вспоминаю, что за «Последний живой», что тут нужно делать. А что реально нужно делать? Значит, солнышка нет. Вон чего. 5000 монет нам она, смотрите, ребят. Ага. Блин, а тут несколько раз мне, походу, ну, нужно сыграть, я думаю. Вот реально. Я, если что, без понятия, правильно, неправильно, попробую. Так, вам не дадите еще время? Вы сможете пережить 5 волн. Вы сможете пережить 5 волн, спрашивается? А, я даже не знаю, если что. Блин, а по одной он дает, да? Так что попробуйте, реально не знаю. Блин, там был на одном. Еще по две штуки поставлю, посмотрим. Вот так. Так вот. Ну и поехали, я вообще без понятия, если честно. Просто надо откинуться на кресло. Правильно ли я сделал, неправильно? Так, а ну мы сейчас эти монетки будем, да, в принципе, собирать. Ну тут, кстати, мы не поставили. Она нам не хватило. Сколько это? 25? Сотка, короче, полтинник еще лишний, да, у нас был. А мы на что полтинник могли сегодня потратить? 50. На маленький могли потратить, кстати. Только тут, мне кажется, надо было вообще, типа, смотреть. Но мне кажется, если честно, 5 волн я не переживу. Вот с такой обороной. Мне кажется, я опять на несколько дней заброшу. И как-нибудь вернусь. Ага, они уже идут, смотрите-ка. Первая волна! Коротко о том, как я прошел первую волну, да? Вообще-то, от слова совсем никак. Слушай, а если попробовать арбузы? Давай, подожди, переиграть. Чисто арбузы? Посмотреть, как будет. Тормознутая вот эта штука. Вот это вот так, это вот так. Мину нет, смысла нет. Что бы еще полезно? Я, то есть, честно, даже не знаю. Я просто не знаю, какие следующие зомби там пойдут.
Может, летающие пойдут, я даже без понятия, если честно. Может, не пойдут. Вот я даже не знаю реально. Нереально, ребят, просто нереально. Ну, сейчас посмотрим, короче. Чисто для эксперимента. Ну и все, в принципе, да. Сотку я могу поставить. Ну давайте поставим, чтобы обезопасить, если что, будут есть хотя бы вот так. Не, огненный, кстати, сильнее, да, получается? Огненный, короче, автоматы, они куда сильнее, горохстрелы. Ну что, в тот раз они у меня даже до этого не доходили. До граблей не доходили. Но зато эти по массе, да, вроде бы бьют. Мозги. Очень, ну вот у меня мышка уменьшается, когда я на бассейн навожу. На ходне, наверное, так вырисовывается. Да, мне кажется, огненный реально очень. 5 волн. Да ну. А, там еще с дельфинами, блин, чуваки. А потом там еще и подводные 100 пудов будет. Я еще солнышки получил. А есть смысл от них? Я даже не знаю. Блин, вот эти зря. Зачем я тогда вот эти посадил? Я лучше бы на следующий уровень перенес бы, если бы честно. Давайте перенесем доход. Прогресс уровня. Так, это 300 стоит, да? Смотрите-ка. А, то 200 стоит. И это плюс. Это 375 стоит. Одна только мне придет. А, ну. Нет, даже это, кстати. А, вот это выгоднее горохострел. Походу. Он же один ставит сюда. А не на каждого. И я здесь их расставляю. Блин, походу, кстати, горохострел это самый выгодный по домашке. Так, а тут что вы не забираете у него? А сейчас что тоже сейчас, кстати, не забираете? Он же не металлический, деревянный сейчас. Приближается большая волна. О, вот эти опасны, блин. Они взорвать. Вот это перелезть может, блин.
Уничтожить быстрее есть. Это не дошел замечательно. Отняли. Отлично. Давайте, наверное, посадим еще 200, да? А, я еще, смотрите, вон, я дополнение могу сейчас пополнять, кстати, смотри. Не потратил за солнышки. Вот сейчас было бы 300 у меня, бы, как у тракториста. Это третья у нас волна, да? Волн отражено две. Ну вот, да, три, вот это сейчас в данный момент третья идет. Гарбузы ловите, ребята, гарбузы. 3 рубля за килограмм. И осторожен, блин, тут два ведра и еще сеткой. Да, магнитов на всех не хватает. Так, а вы что тут плохо справляетесь? Лестницу отобрали, отлично, подарок отобрали. Да-да, я вообще в данный момент смотреть могу. В принципе, усаживать их. Ага. Так, а что, посмотреть мне нельзя этот? Кто идет? Монетки. Так, лестница, лестница, отберите у него. А, все. Умер. Замечательно. Так, это шлем. Да, блин, это тоже покусанный будет. Сильно. Хотя он по массе, в принципе, бьет, он и не только. Ну, арбуз, когда кидает, он по массе бьет. Давай, давай, какой-нибудь магнитик, отлично. Отобрали. Так, четвертая волна пережена. Пережена? Пережила? Пережила? Пережил. Я пережил четвертую волну. Сейчас будет пятая, последняя волна. Раз, два, три. Три, в принципе, у нас покоцанных. Да, кстати, без магнита было бы реально тяжко. Блин, спасибо, что магнит поставил. Хотя бы какую-то с них снимают. Вот сюда можно было еще магнит поставить по две штуки. В принципе,
принципе, посмотрим. Я на всякие деньги берегу еще, чтобы высокий орех поставить, если какой-то рухнет. Успеть. А вот это, походу, рухнет сейчас. Нет? Хотя я 125, а он тоже 125. Да, ну лучше высокий орех поставить. Ой-ой-ой-ой-ой, вот смотрите-ка. Вот это сейчас, кстати, очень плохо. Это реально очень плохо. Блин, а тут у меня этих нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, вот тут опасно. Давай. Ну давай, ты же умирайте, что ж арбуз на голову прилетает. О, отобрал, отлично. Фух! Людка, я прошел! Замечательно, ребята. Вот такой мы молодец. Сколько у нас, в принципе, 4 игры еще, в принципе, 4 дня впереди осталось. Давайте, ребят, с вами был Like Off Games, пошел и отдыхать. Всем счастья, здоровья, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, поддержите меня и мой канал лично. Давайте, всех люблю, всех целую и всем пятюню. Всем пока!